Возможно, было добавлено 100 золотых монет.
ваше мужество, проявленное при защите аванпоста, вы получаете щедрую награду. Вы награждаетесь 25 золотыми монетами. Вы награждаетесь новым заданием. Задание 3. Сопроводите Маркуса вместо деревни Силадия. Это Маркус. Поздравляем вас. Вы награждаетесь новым персонажем. Охотница. Охотница. Потом задание. Нетушки, спасибо. Далее, охотница, значит. Вы нашли новый предмет стоимостью 50 золотых. Легкий арбалет. Легкий и удобный, однако наносит слабый урон. Если бы еще видеть что-нибудь. Ничего ж не видно. Откуда стреляет-то вообще? Так, конец задания. Сохранение игры. Ура! You have done us a great service. Helping in staving off these vile invaders despite your imprisonment is bold, to say the least. Isn't this the same?